Присоединились к нашей акции протеста. Нам, жителям района Сити, собравшим более 2000, размещение пункта по обмену шприцов не учитывает мнение жителей района. Разве может госучреждение, ведущее свою деятельность, платящих налоги и не желающих, чтобы за их собственные средства, вопреки протестам, им навязывали абсолютно неприемлемое решение? Почему не принимаются на счет... Неудобно жить, возникают дополнительные риски окружающим. Скорее всего, в Институте развития здоровья работают добрые, милосердные люди. Ими движет стремление помочь наркозависимым людям. Но почему-то для претворения своей миссии в жизнь они могут и идут на то, что обрекают остальных жителей целого района на жизнь. Что от него осталось? Мы считаем, что нужно все это объединить, и так легче будет контролировать финансы, так легче будет лечить этих людей, и полиции, соответственно, будет легче с этим работать. Когда начался на улице Копли пункт метадона и поликлинику закрыли, мы открытый бой вели. Тогда они смогли делать так, что временно, это метадон до этого порыта. Тогда пункт Эрика, после Эрика стал Пальдиский шоссе, после Пальдиский шоссе стало Нине-2, после Нине-2 стало вот ваше место. Здесь борьба очень четкая, нам надо делать петицион, и наше население здесь, Поля-Таллине, так плотно, что здесь такие пункты вообще никуда не вставать. Либо детский сад, либо школа, либо жилой дом, либо ухисту, либо это не имеет смысла подписывать. Вот. Петицион, если это петицион, надо обращаться к Риги-Кобу, и Риги-Кобу должен в большом зале эту петицию разработать. Когда вы этого не делаете, ничего не будет. Потому что это чисто... Minu poole pöördusid üle aasta aja tagasi inimesed, kes elasid Eerika tänaval. Väga sarnased võt nendele prouadele seal, kes tulid suure murega sellepärast, mis toimus nende majas. Nende majas oli avatud süstavahetuspunkt, mis tegutses täiesti vale koha peal. Когда я туда пошел, и когда мы с... я своей командой, мы туда пошли все, мы сразу понимали, любой человек... Всегда, всегда стояла полицейская машина. Вы хотите вернуть это нам сюда обратно? На этот перекрёсток? Когда спросил жители Эрики, они тоже говорили, что... Мы со Штромки пришли. Это не их проблемы, это наша проблема. Все. А здесь вот такие маленькие. Ja, 90%